Здравствуйте, магазин Lucci.ru. Серебряные украшения. Сегодня мы смотрим с вами волшебство эмали от завода Эмали С. Это Подмосковье, город Краснознаменск. Начнем мы с вот такого интересного комплекта. Это совсем-совсем новиночка. Не так давно его выпустил завод, и первые экземпляры появились у нас. Назвали мы комплект Астра по разнообразию цветов. Видите, какой роскошный здесь распустился бутончик. Кольцо у нас так. Размер 18-25, то есть у них ход не полразмера, как у большинства заводов, а 1/4 размера. Вот такой размер 18-25, я померю на размер 17,5. И вот такие вот сережки. Английский замочек, немножко занижен крючок, шикарно открываются, легенькие, на любой прокол они сядут. Значит, вес у сережек у двух получается 9,9 грамма. То есть прекрасно они сядут на низкий прокол. И вот такое волшебство. Вот так выглядит подвесочка с тыльной стороны. Сюда мы можем продеть шнурок. И вот в таком формате будет выглядеть весь комплект. У нас на сегодняшний день есть несколько разнообразий цветов. Все мы с вами их посмотрим. Первый мы посмотрели с бежевым жемчугом. Теперь мы смотрим колечко с опалом. Синтетическим. Размер 17-25. Ну, тогда мне придется, хотя... Может быть, ну, на 17,5 я плотненько, но тем не менее смогла его одеть. Такая же у нас подвесочка вот в таком варианте. И вот такие сережки. Специально показываю вам все цвета, чтобы можно было живьем насладиться. Так, секунду, запутался немножко ценник. Чтобы живьем можно было насладиться красотой натуральной. В натуральном виде, красотой эмали. Очень интересные комплекты, и праздничные, и воздушные одновременно. Называются они Астра от завода Эмали. Так, и зелененький вариант. Здесь у нас янтарь зеленый. Размер у нас 18. Также буду мерить на 17,5. На тоненькой шинке прекрасно садятся. Вот такая подвесочка. И вот в таком формате серьги. Здесь у нас зеленый и янтарь. И в тон ему украшения. Все кольца и серьги родированы, покрыты черным родием и позолотой. Далее мы смотрим комплект, который называется «Дерево счастья». Вот такая у нас есть брошечка. Видите, замок обыкновенный, поворотный. И к этой брошке можно взять отдельно серьги. Такие стилизованные, они как бы немного напоминают конго. Открывается у нас английский замочек достаточно широко, с тыльной стороны, видите, тоже видна позолота. И второй вариант к этому дереву счастья, вот такие сережки. Также можно их назвать стилизованные под подвесные круги. Здесь у нас цветочки. Вообще у нас сегодня цветочная тема в эмалях, будет еще одна тема с животными. Далее мы смотрим еще один вариант дерева счастья, вот такой браслет. Видите, здесь такая... Я почему-то впечатление сирени создается, да? Сиреневые цветочки на зеленом фоне. Вот так он прекрасно садится на руку. Легко одевается, легко снимается. Очень удобная вещь. И к нему у нас совершенно одинаковые также серьги. Вот в таком формате. Значит, здесь у нас английский замок. Также широко открывается. Несколько занижен крючок, поэтому прекрасно они будут себя вести на любом проколе. И по весу такие большие сережки 16 грамм. То есть по 8 грамм на оба ушка. Еще один вариант ландыши. Они у нас уже были, но опять же повторюсь, еще раз покажу их. Размер 18 колечко. Здесь у нас в середине синтетический опал, белый родий и цветная эмаль. Застежка английская, достаточно большой крючок. Вот так открывается, то есть на плотную мочку тоже превосходно сядут. Отцентрованы они хорошо, вес не крупный. Посмотрите, на фотографии очень сложно передать вот эту игру. И опалы, и эмали. Мне кажется, на видео всегда это приятнее смотрится. Комплект называется «Ландыши». Изделия продаются по отдельности. То есть всегда их можно приобрести. Далее еще один вариант. Также «Ландыши». Здесь у нас в центре уликсит синтетический. Размер 16,5 колечко. Но я на безымянный пальчик померю. Вот, мне оно прям заскочило само на безымянный пальчик. И посмотрим с вами серьги. Вот такое вот превосходное совершенно изделие.
И далее мы смотрим еще один вариант, также эмали, здесь также у нас опал, но здесь идет уже позолота, насыщенный зеленый цвет и совершенно другое настроение, другой такой вот эффект, видите, прозрачный, но полностью 18,5. Этот палец у меня 18,5. Вот так одни за другие зацепились, бывает, ничего страшного, мы сейчас поправим. И вот такие вот сережки, посмотрите, как эффектно они смотрятся на просвет, видно вот это мерцание. Но опал здесь у нас, конечно, синтетический, соответствующая цена такая. Посмотрите, очень интересная гамма, кто любит яркие такие броские комплекты, пожалуйста, ждем вас в гости. Далее мы смотрим еще один вариант, комплект называется «Розовая фантазия», здесь у нас розовый бутон с листиками. Посмотрим в черном варианте, размер 17,5. Вот так вот выглядит колечко в черно-розовом варианте. И серьги. Здесь также немного занижен крючок, шикарно открывается замочек, то есть на любой прокол за счет маленького веса и большого открытия крючка. Вот такие сережки, фианитики еще здесь для красоты, такой изюминки вставлены. И вот такая, сейчас правильно поверну, подвесочка, чтобы она уложилась. И вот такая подвеска. Вот в таком варианте с черной эмалью, с зелеными листиками. И второй у нас вариант пришел первый раз. Мне кажется, очень красивый для тех, кто, опять же, любит такую гамму. Здесь у нас размер кольца 18. Посмотрите, сиренево-бирюзовый цвет. Вот я мерю на 17,5, немножко мне свободновато колечко. Такие же серьги, также занижен крючок, показываю, как открывается великолепно. Серьги у нас здесь асимметричные относительно центра, да, поэтому можно их мерить в двух форматах. Я пока вам предлагаю вот в таком варианте, в зависимости от прокола и мочки уха. И один, подвесочка у нас. Сейчас положим ее красиво, чтобы было видно, потому что вот в таком, вот такой сиреневой гаммы. Свеженький совершенно комплект, только получили мы эмали, поэтому хочется новинки вам показать. Называется комплект «Розовая фантазия». Все цены будут под видео, переходите по ссылке, там все легко и просто найти. Дальше мы смотрим комплект, который называется «Лоза», вот такое колечко. Оно безразмерное, то есть вы можете раздвинуть его под себя, либо наоборот убавить. Я померю вот так его на безымянный палец. Видите, достаточно большой, полфаланги занимает. И к нему у нас есть три варианта серег. Есть очень крупные. Видите, листик здесь сделан в форме вензеля такого. Вот так открывается крючок, опять же. Такие большие серьги. Вес у них получается 11,31 грамма. Вот, видите, то есть для тех, кто любит очень крупные серьги, эффектный комплект. Мне кажется, для брюнеток будет великолепно смотреться, будет сильно на волосах выделяться. И два варианта сережек поменьше. Будем по убывающей с вами идти. Вот такая вот гроздь у нас, опять же, здесь у нас жемчужинка, виноградная лоза, видите, прорисована как на колечке. Также немножко занижит замочек. Здесь у нас обе сережки будут весить, ой, да, будут 8 грамм. Вот в таком формате, то есть более спокойные серьги. И совсем маленькие, вот эти, кстати, завод сделал первый раз. Также здесь лоза маленькая, здесь жемчужинка есть, крючочек немного занижен. Но для тех, кто имеет проблемы, да, с проколами, у кого очень неплотная мочка, тоненькая, то есть прекрасный вариант не отказываться от кольца, а приобрести вот в таком формате. Называется комплект лоза. И точно такой же комплект лоза у нас есть еще вот в такой цветовой гамме. Здесь у нас стоят натуральные гранаты. Размер кольца также можно отрегулировать. И также в трех форматах у нас есть сережки. Начинаем мы в этот раз с маленьких. Для тех, у кого нежные тоненькие ушки, подойдет вот такой крошечный вариант сережек. Покрупнее вариант с подвесной лозой. Виноградный. Также вставлен натуральный гранатик и прорисована вот такая виноградная лоза сиреневого цвета. Подлиннее вот такой вариант. И самые длинные и активные вот такой вариант. Также на кончиках стоят натуральные гранатики.
Так что, пожалуйста. И дальше мы с вами смотрим еще одну новинку завода. Называется это ажурный шар. Кольцо у нас, смотрите, с одной стороны у него на шинке две такие полосочки, с противоположной одна. Здесь у нас размер идет 17,5. Достаточно высокое кольцо. Но шарики у нас всегда в моде. И сережки. На обыкновенном английском замочке. Вот так он открывается. Немного занижен. Также эмалью прорисована вот эта часть швензы. Есть у нас опять два формата украшения. Причем, смотрите, за счет того, что здесь у нас идет, например, черный родий и белая эмаль. Вот такое вы настроение видите. И посмотрим второй вариант для любителей позолоты. Здесь у нас кольцо размер 18, но я также буду мерить на 17,5, потому что другого варианта мне не представляется. И вот такой вот вариант для тех, кто любит позолоту. То есть для брюнеток и для блондинок у нас есть два варианта. Смотрите, очень эффектные, легкие шарики, воздушные, нежные такие. Приятно очень смотрится. Стильное украшение, которое подойдет прекрасно на каждый день. Далее мы смотрим с вами тоже комплект. Называется он Пелеиды. Здесь у нас как крылья ангела идут. Смотрите, какая красивая гамма эмали. Бирюзово-синяя, да? И вот такое вот колечко. Колечко у нас также безразмерное. Вот видите, мы можем его разогнуть как нужно. И можно его опять же вот в таком варианте носить и в противоположном. Бесподобный комплект для вечеринки, когда вам надо своей подчеркнуть какой-то наряд яркий. Комплект называется Пелеида. Все цены будут под видео. Заходите к нам в магазин. Мы всегда вам очень рады. До свидания.